Ну, космический разум, возможно, где-то и существует, и я верю, что во Вселенной мы совершенно не одни. А насчет сигналов из космоса, то это, конечно, очень загадочная, интересная история. Это же пока только сигналы, правильно? Дай бог, чтобы это были только знаки какие-то, да, может, знаки к чему-то хорошему, не всегда к плохому.